получается найти контакты здесь новые? То есть, вообще у нас основная задача – это экспортировать казахстанские решения на международные рынки. Но мы первый раз этот опыт. Вообще мы собираемся в сентябре в Вегас. Там уже большой Манекс будет. Прям вот это для нас большая. Хотим опробировать сейчас, посмотреть. Хорошо. Но так у нас в целом-то Кыргызстан мы уже оцифровали, Бузумчак. Так. Потом Норникель сейчас очень заинтересован сильно. С ними начинаем работать. На Digital Алматы получили награду как Best Industrial Innovation Solutions от Мишустина. Ну, в общем, работа идет, коллектив увеличивается, 260 человек работает. Поздравляю вас. Спасибо. Я надеюсь, тоже, у вас получится новые контакты. Да, мы тоже нацелены потому что, на западные рынки больше выходить. Ну, понятно, Канада, но здесь очень много других стран. Вот я Аргентина привезла где-то порядка 50 компаний, Чили приехал 100 компаний, Бразилия привезла много компаний. Супер. Однозначно будем смотреть, тусоваться там, не знаю, приглашать гостей. Спасибо вам большое, что подошли. Всего хорошего, удачи вам.